Весна полноводная. В Ульяновской области с таянием снега ожидают подъема уровня воды в реках. При неблагоприятном сценарии подтопить может 17 населенных пунктов, в опасной зоне 376 жилых домов. МЧС сообщает, с паводком готовы бороться почти 8 тысяч человек и 1361 единица техники. Уже спланировано 16 пунктов временного размещения населения. Для разведки обстановки задействуются квадрокоптеры. Ледовая арена на 3000 зрительных мест. Техническое задание Сергей Морозов и Владислав Третьяк утвердили на социальном форуме «Справедливость глазами людей». Также на форуме спортивная общественность выдвинула несколько инициатив. Предлагается стимулировать НКО к участию в спортивных проектах. Особое внимание к кадрам. Тренер должен иметь профильное образование и соответствующую квалификацию. Среди предложений также поощрение выпускников, успешно выполнивших ГТО. 381 волонтер поможет горожанам проголосовать за проекты благоустройства. Уже через месяц откроется голосование на единой платформе za.городсреда.ру. На онлайн-голосовании будут представлены дизайн-проекты обновления 17 общественных территорий в Барышском, Индинском, Сенгелеевском районах, в Силикатнинском городском поселении, а также в Ульяновске, Димитровграде и Новоульяновске. Выбрать понравившийся вариант смогут все жители региона старше 14 лет с 26 апреля по 30 мая.